Так красочно и задорно в доме Роналда Макдоналда отметили третий день рождения. Постояльцы этой необычной гостиницы – семьи, чьи дети проходят длительную терапию в детской республиканской клинической больнице. Лечение таких пациентов неразрывно связано с целым комплексом психологических и социальных трудностей, который способен решить проект фонда. Для родителей это неоценимая возможность находиться рядом со своим ребенком и вместе преодолевать трудности. С сыном, со старшим я нахожусь здесь, в доме Рональда Макдональда. Мы проходим лечение в ДРКБ, в онкологическом отделении. Ну, неохота все равно находиться в больнице. Там все равно такая обстановка, уж все равно. А вот здесь вот ребенок у меня может и развлечься, и с другими ребятишками также поиграться. Ребенок после операции, вот именно в первый раз, он начал ходить именно в этом доме Рональда Макдональда. Дом Роналда Макдоналда в Казани – единственный подобный проект в России. На безвозмездной основе здесь могут находиться одновременно 24 семьи. С момента открытия гостеприимством центра воспользовались около 4000 родителей. Поэтому день рождения уникального дома стал настоящим праздником для его жителей, сотрудников и друзей проекта. В доме Роналда Макдоналда мы следим за тем, чтобы в доме был такая атмосфера, как дом вдали от дома. То есть мы создаем уютную, приятную атмосферу для родителей, для детей, создаем для этого все условия. Также решаем здесь бытовые вопросы и проводим различные мастер-классы, мероприятия, направленные на то, чтобы улучшить эмоциональное состояние детей, и они лучше выздоравливали. С домом Роналда Макдоналда на самом деле дружим уже год. Вот у нас такое плодотворное сотрудничество. А сегодня меня пригласили, я думаю, что в качестве гостя на этот праздник, день рождения, им сегодня 3 года. Я вот купила какие-то подарки, сегодня буду поздравлять детей, желать им здоровья, посмотрю концерт, с удовольствием со всеми пообщаюсь. Параллельно с развлекательной программой в доме прошел круглый стол с руководством центра и представителями крупных средств массовой информации республики. Здесь они подвели итоги 3-летней работы и обсудили, как совместными усилиями улучшить проект. И мы предлагаем вот каждому из вас разработать, предложить свой проект, любой флешмоб, любые мероприятия, лишь бы это было во благо для детей, для родителей. И вот, наверное, родители мы тоже спросим, что бы они хотели от нас получить, а от нас ожидают. Присоединиться к доброму и светлому проекту может каждый. Дом всегда рад волонтерам и просто неравнодушным жителям Казани. Вместе мы можем помочь нуждающимся семьям и способствовать созданию еще многих таких домов по всей стране. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.